Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И, как вы видите, ребята, я в Сёгуне. Две звезды, как полагается, к чему я и стремился. И это меня очень радует. Но это еще не все, у нас еще сегодня будет турнир. И мы, надеюсь, поднимемся с вами выше, если меня, конечно, в данный момент не сбросили на однозвездочную. Так, давайте мы посмотрим, что у нас тут в колоде. Так, ничего хорошего, к сожалению. Ну и ладно. Так, по заданиям, давайте глянем. Задания я все выполнил еще ночью, так, вступайте, это не будем. Это я вышел, ребята. Так, а вот это хорошо. Карточки для портала нам нужны. Поэтому давайте по-быстренькому сейчас с ними разберемся, заберем, сколько тут? Три штучки максимум мы с вами, опять же, осилим. И уже пойдем с вами на турнир. Так, упс, получил родной железноголовый. Так, три звездочки, все как полагается. Ну, правда, конечно, тут дают мало нам порталов, но все-таки, согласитесь, лишними не будут. Три штучки, отлично, три раза мы можем что-то с вами прокрутить, как говорится, пропустить. Так, давай еще разок. Поехали. Ну что, железноголовый, ты рад нас видеть, да? А мы-то как тебя рады видеть. Ой, если бы ты только знал. Ну что ты делаешь, родной мой, успокойся, пожалуйста, а? Вот, получи, получи люлей. Эй, Рокзар, зачем ты сделал провокацию? Я не понимаю. Она здесь бесполезна, он все равно никого здесь не пробьет. Можно было просто бомбить его. Кстати, кто такой Рокзар? Я никак не могу понять. Ну, когти я знаю, что ему кто-то сделал, судя по истории. А кто он сам-то по себе такой, я не пойму. Какой-то оборотень или кто вообще? Из какой он части? Откуда он вообще вылупился? Я вот сейчас, ребят, сижу и думаю, действительно, а кто он такой вообще? Если с другими я еще как-то более-менее разобрался, с тем же самым голубем Питом, ну, этот еще, кто у нас там, который меня интересовал-то? А, вот, ребята, кстати, да, у нас же сегодня два героя на изготовочку. Специально для вас ждал. Ну что, смотрите, у нас Рокстеди получает третью звезду, да? Да, 2500, почему бы и нет. Опс, и это хорошо, ребят, это очень хорошо. Ух ты, у него появляется новая, ребята, возможность. Специализация. Зверь внутри. Подобно горилле, Рокстеди бьет руками и издает рев. Оскорбляет всех врагов на один ход. Вероятность 50% усилить защиту на 50% в течение одного хода. Восстанавливается 4 хода. Слушайте, неплохо, я вам скажу. Мы даже можем еще прокачать. Так, это сколько у нас было там? 50%, да? А ну-ка, 60 сейчас будет, да? Да, ребята, 60% вероятности. Ха-ха. А если мы с вами наберем пультов, это же пульты у нас, да? 8 пультов мы сможем еще прокачать. И там уже будет 70%. Слушайте, это очень хорошо. Но это все потом, потому что у нас, ребята, Саблезубчик, конечно же, он у нас получает 4-ю серебряную звезду. Хотя он не получит, ребят, по-моему, мутагена не хватит. Да, 5000 нужно, а у нас 4627. Ну, вы сами знаете прекрасно, дело за малым, сейчас мы это все устроим. Но для начала нам нужно все-таки добить эти порталы. Поехали. Так, вот у нас третий эпизод. Я думаю, что на нем мы с вами и встрянем. Как говорится, у Железноголового 60 уровень. Не забываем, что он два раза за ход ходит. Поэтому сейчас будет меня тут бомбить по-жесткому. И жарить, и бомбить. Начинает, конечно, с бомбежки. Потом, наверное, свой огнемет. А мы вот так попробуем сделать. Ну-ка. Ой, не заблокировали, к сожалению. А ну-ка, суперударом. Тыч. Ой, да что так... Слушай, а что так мало отнимается у него здоровье-то? Упс, вот. Вот. Крис сейчас хорошо себя... И он, знаешь, специально начинает именно Криса жарить. Слушай-ка, а вообще-то, наверное, мы здесь разрулим ситуацию и бомбанем, как говорится, под Полтавой. И зашибем этого железноголового. Ну, бас, иди отсюда, не позорься. На-ка. Блин, да что же за ерунда такая? Ну-ка, сейчас. И есть. Крис ушатал его. Вот, в принципе, и все, к чему мы с вами шли. Мы прошли, добились чего хотели. Слушайте, нам нужно зарабатывать мутаген. А где мы его зарабатываем неплохо? Конечно же, на лиге. Так, у нас по списку, подожди, нам не список нужен. Мы должны с вами зайти в испытания и посмотреть, все ли мы прошли. Оу, эксперт, учитель Сплинтер открылась у нас.
Фух, ну что, ребята, готовы? Я думаю, что вы готовы. Посмотрим, кого нам дадут. Раф, Лео, Железноголовый. Ну что же я могу сказать? Начало неплохое, очень даже неплохое. Я думаю, где-то 2-3 сплинтеров мы должны пройти. Это как пить дать. А ДНК сплинтера мне... Это что он сейчас такое сделал-то? С 40-го-то уровня на 70-й вот так вот отнял с удара? Слушай, сплинтер, ты не припухли? Родной ты мой, а? И, кстати, да, вот это у него самое поганое, то, что, ребята, у него, как и у Рафаэля, есть контратака. Это очень злобно. Смотри, сейчас бомбанет, да? Да, контратака у него. Поэтому я и хочу прокачать сплинтера, чтобы у меня в пачке был Рафаэль и сплинтер. Вы представляете, какая это будет убер-команда? Кого не тронь, они все будут в контратаку идти и, соответственно, разбивать врага. Но прокачивать его, естественно, очень и очень сложно, потому что ДНКшки даются очень и очень редко. Но две все-таки уже мы с вами собрали. Ну что, идем сюда? Слушайте, я думаю, даже мы с вами, скорее всего, сыр потратим вот сюда. Ну, если мы здесь сейчас пройдем на 3 звезды, то и сюда, конечно же. Вот, все, полтинничек. Здесь уже враг серьезный. Он будет лютовать, поверьте мне. О, видите, сразу что делает. Так, мы попробуем прописать. Ну, вроде бы неплохо. Ха-ха-ха. Вот, начинает, ребят, по 2 раза он ходить. А мы вот так вот сделаем. Пускай лучше Рафика бомбит, согласитесь. Так, надо нам снимать весь этот негатив, что он на нас повесил. Для этого у нас есть Микеланджело. Так, он же будет атаковать? Блин, стопудово будет атаковать. Ну-ка, проверим. Ну, естественно, естественно, как же. Надо будет, кстати... Слушай, ну вот этот, конечно, удар у него очень мощный, злобный. Бомбит-то он не по-детски. Ну, давай пропишем. Контрит? Естественно, ну как же... Как же не законтрить? Бамс, он упал. Ребят, мы прошли идеально, смотрите. На 3 звезды мы можем тоже здесь пофармить. Не зря мы с вами портал это набивали. Хе-хе-хе. Но тут еще сыр нужен. Сыр тратится, воу. Еще 2, в итоге 4 ДНК мы заработали. Слушайте, а вот здесь уже, наверное... Или попробуем, а? Давайте попробуем, рискнем, как говорится, своим здоровьем. Ну, вы представляете, да, он на 40 уровне почти половину здоровья отнимал. Сейчас будет, наверное, просто жесть. Нифига он себе наклепал. Усилил, называется, себя парнишка, да? А ну-ка, давай попробуем. Упс, да. А он-то бьет не по-детски. Давай вот так вот сделаем провокацию. Пускай он Рафика бомбит. И... Слушайте, ну нет смысла, он сейчас убьет. Он майки сейчас убьет, ребят. Да. Ну вы понимаете, что на 3 звезды нам здесь не суждено пройти. Ну, ё-моё, сейчас бомбанет. Ты смотри, что он... Ты что, серьезно, что ли? Вот так вот с удара, вот Рафику. Смотри, он без остановки делает себе защиту, хериту. Давай мы вот так попробуем. Я усилю свою команду и будем уже потихоньку бомбить. Поехали. Сколько мы отнимем, интересно, с вертушки? Да, не очень, конечно, много. Ну ладно, ладно. А если я вот так вот сделаю? Ну хорош уже, хорош уже. Блин, по-моему, ребят, мы тут не сможем его победить. Ты посмотри, пофиг ему на все. Понимаешь? Вот только Лео может пробить. Опс, и он сразу же понижение атаки сделал. Даже не знаю, что и делать. Ну давай ударим просто. Слушай, ну очень, очень мощный. Мы с пониженной атакой, ребята, здесь ничего, наверное, не сможем сделать. Ну что, сейчас удары будут детские. Хотя, нет, не сказал бы, что детские удары. Да как ты, блин, по 3 раза-то ходишь? Ты достал уже. Все, ребята, он разорвал просто Леонардо в конце. Не знаю я, как тут можно его бомбить. Просто по жесткачу он идет. Не будем, наверное, сыр тратить. Лучше мы с вами вот здесь вот его спустим. Попробуем достать ДНК сплинтера, да? Ну, конечно, нам дадут деньги. Нам сейчас будут давать всякую ерунду. Журнальчики, например. Ну, только не ДНК, ребят, конечно же. Зачем? О, ДНК Леонардо. Ну, не очень-то мне, честно говоря, оно нужно. Ну, дайте сплинтера, ну, пожалуйста. Ой, сыр кончается. Сыр кончается, ребят. Да ну нафиг, наушники какие-то дали. Ой, 3 попытки, ребят, у нас еще. Ну, конечно, да, на тебе осколки.
Угу, три попытки. Вот и все, ребята, сыр закончился. Ну ничего, я потом, когда накопится, пойду и буду специально фармить. Ну, вот эти два этапа и я... Ох, а тут даже три спринтера. Надо было вот здесь, наверное. Да, надо было... Хотя нет, ребята, здесь-то у нас 6 сыра, а здесь 7 уходит. Вот тут. Ладно, все это потом со временем. Ну что, давайте посмотрим по испытанию, вот что у нас тут. Мы с вами дошли, да? До предела, по-моему. А, и здесь тоже сыр нужен. Ясно, с испытанием, ребята, тогда придется повременить. Платиновая, блин, ну как же я хочу вот здесь вот повоевать, а? Если бы только знали, ну, это нереально, там такие враги. Жесть, на моем уровне еще туда рано идти. Все, меня, короче, вынуждает идти только лишь на лигу. Ну, я, в принципе, и не против, если честно. Поехали. Так, где мы с вами? Еще на двухзвездочной лиге сёгунов. И это хорошо, это меня радует. Давайте выбирать противничков. Так, 15-20. Я, наверное, возьму вот этих вот лучше. Там уж больно жестко. 60 уровней плюс все в золоте. Нет, вот этих возьмем. И для этой цели я возьму с вами Рафаэля. Также, наверное, возьму Шреддера, Тигра, Зака и, пожалуй, кого же взять? Железноголового. Будем пытаться вот этой командой как-то здесь справиться. Причем нам нужно пройти чисто, чтобы никто не упал. Ну, вы это и так без меня знаете прекрасно. Блин, спринтер здесь мне не нравится. Ну, смотрите, во всех классных пачках уже присутствует спринтер. Почему? Потому что он контрит, и это хорошо. Это как вот я на Рафика, как говорится, самые ответственные задачи оставляю. Тут то же самое получается. Только сплинтер еще очень круто бафает народ. Об этом тоже не стоит забывать. Так, ну что, я думаю, что мы здесь сможем все-таки победить. Хила здесь ни у кого нету, так что пит свое, как говорится, отбуянился. А вот это плохо, а вот этот удар массовый плох. Но он хорошо на всех не повесил постепенку. Все, тут, по-моему, мы разберем их. Причем идеально. Так, хорош. Роквелл упал и... Сплинтер тоже упал. Отлично, значит, мы получаем с вами мутаген. А мутаген нам нужен еще для чего? Для того, чтобы саблезуба, ребят, сегодня апнуть. Мы же его будем апать, не забывайте об этом. Так. Давай, давай. Знаете, когда я дошел до двух звезд сёгуна, я был на 45-м месте. Вы представляете, сейчас я поднялся с 95-го. То есть как быстро, буквально за 9 часов тебя сбрасывают. Офигеть. Ну что, давай поехали далее. И кого мы здесь возьмем? Я предпочитаю вот этих вот. Кто там у нас? Анастасия. Ну что, Настенька, давай с тобой подеремся. Как говорится, не в реале, но хоть виртуально. Так, возьмем, так сделаем. И кого же мне взять-то здесь? Так, давай, наверное, возьмем Бакстера. И вот так вот. А кто у меня там остается? Ну, я возьму, предположим... Нет, мы, наверное, с вами сделаем немножко по-другому. Уберем... Вот так вот я хочу сделать. Да. И тогда нам придется взять... Карайку. Да. Почему, потом объясню. Поехали. Почему я убрал Рокзара с этой пачки? Потому что у нас здесь Леонардо. Я надеюсь, что он все-таки, ну, львиную долю здоровья сейчас все-таки отнимет. Я надеюсь на это. Ну, как сказать, относительно. Теперь нам нужно убрать отсюда Донателло. Потому что он хиллер, самый главный здесь. Смотрим, блин, бомбочка. Вот это плохо, ребята. Ой, как плохо. У нас отняли хил с вами. Мы не сможем восстанавливать здоровье. Да нам и некими сейчас. Нет, Леонардо может. Ну, посмотрим, что дальше будет у нас. Так, смотрите, они Леонардо просто печатают. В принципе, сейчас было очень хорошо сделано. Давай вот так вот бомбанем. Есть, Роквелл упал, этот упал. Все, ребят. Победа, можно сказать. Опс, опс, тихо. Не хочу, не хочу ничего сказать. Не хочу. Нет, наверное, все-таки нам... Придется его бомбить. У него сейчас будет
удар, но уже не будет, конечно же. И пробиваем Доника. Да, ребят, вот именно на это я и надеялся. Я почему и взял команду, ну, не такую слабую, чтобы если даже они пропустят пару ударов, не упали. Фух, отлично. Куда мы с вами прилетаем? Так, 69-е место у нас. Замечательно. Так, дальше делаем. Выбираем с вами... Враг с каждым раундом все сильнее и сильнее. Максим, Евгений, Жорик. Очень много русских, ребята, играет. А может быть, тут все только русские играют, я не знаю. Так, ну давай попробуем. Сплинтер меня здесь напрягает, честно вам скажу. Ну, возьмем эту пачку, хорошо, фиксим. Возьмем эту пачку и сделаем вот так вот. Вернем Рафа, берем Рахзара. И поехали дальше. Кто у нас выдержит удар сплинтера? Я думаю, пауку свой. Да, в принципе, вот так вот сделаем с вами. Два хила возьмем. Слушай, подожди, два хила. Давай-ка лучше мы возьмем вот так вот Микеланджело. Почему именно его? Он может снять дебафы с наших черепашек, ну, с наших персонажей. Так, ну что же, давай начнем, наверное, вот так вот. Опс. Естественно, естественно. Как же без контр? Воу-воу-воу, паукса не трогайте, пожалуйста, мне. Он-то здесь не виноват. Он вообще здесь просто пришел посмотреть на бой. Они сразу его тут раскумаривают. Ну-ка, давай-ка Рокстеди. Блин, у него очень много массовых атак сейчас будет. У него Рокстеди массовую атаку имеет. Так, кто еще? Ой, сейчас бомбанет же, точно. Нет? Да, бомбанет. Как же не ударить-то, ё-моё. Чё-то я Он усиляет команду. Он усилил команду. Ладно. Давайте мы, наверное, с кого-нибудь что-нибудь снимем. Вот с этого. Попробуем. Е, получилось. Это хорошо. Ну, ответь. Да что ж ты не отвечаешь-то, а? Слушай, нам нужно пробивать сплинтера. Слушайте, надеюсь, он сейчас от постепенки у нас погибнет. Хорошо. Так, что ты тут? Ага, иммунитет вешает. Ладно. А мы с вами... Я вот так вот, наверное, сделаю. Я усилю свою команду, чтобы мы могли с вами наносить побольше урона. Отлично. Так, у нас все нормуль. Нормуль здесь. Так, попробуем пробить. Да, не получилось ни шиша. Тух. Ну, да что ж ты будешь делать-то? Я не могу, никак понять, почему Рафаэль в последнее время не контрит. А? Раф, что с тобой случилось? Ты же у нас вообще супер-пупер атакующий был раньше. А сейчас хандришь. Ну, ответь ему, ё-моё, вот, вот, молодец. Этому тоже ответь, вот, за все. Вспомни, как говорится, все, что они тебе сделали когда-то. Твои братья. Ну, паукус, ё-моё, не смог даже... Ребята, а у меня все. Закончилась провокация. Давай тогда делать Рахзаром. Мне не хочется, чтобы упал у меня Микела... Нет, только не бомбочка! Так, срочно хиляться придется. Давай, Эйприл, хиляй команду нашу. Шикарно. Все, теперь я спокоен, как никогда. Давай, добьем, наверное, Доника. Так, вот это вот мы снимем. Весь негатив. Вот так. Нет, нет, родной, Рахзара ты не пробьешь. Своим 53-м уровнем, к сожалению, не получится ничего. Ну что же, вот так вот мы прошли. Жалко у нас, конечно, ребята, с вами откатики кончились. Мы не можем дальше с вами продолжать бой. А хотелось бы очень сильно. И мы с вами переходим на 56 место. Мне бы хотя бы до конца недели, ребята, подержаться. Ну, в идеале, конечно, хочется 3 звезды. Но я думаю, там очень будет жесткий такой отбор, что не каждый, наверное, его пройдет. Через 5 часов я только смогу заработать еще себе 5 порталов. У нас очень много пиццы, кстати. Давайте-ка мы сходим с вами на рулеточку, да? Да, я думаю, что все, наверное, хотят. У нас порталов хватает. К тому же я еще куплю сейчас соточку. Она не будет нам лишней. Так, выпал Бибоп. Давай дальше. Там у нас, по-моему, если не ошибаюсь, Микеланджело на подходе, да, ребят?
Ну, давай, ну, нет, вот смотри, вот не остановилась на бибопе. Вот надо вот было на Кейси Джонса, у которого одна эта ДНКшка. Это специально, а? Как вот здесь вот, интересно, можно подловить? Во-во-во, была почти рядом, почти рядом. Ну, естественно, что-то у них сегодня день Кейси. Так, в общем, давайте, ребята, купим с вами еще соточку. Вот так. Поверьте, оно нормуль. Мы с вами получаем и ДНК, как говорится, и мутаген. Ну что, давайте нашего саблезуба в конце концов уже развивать. Да, вот он получил четвертую звезду, и у него открылась новая способность, ребят. Называется она вертолет. Саблезуб несколько раз бьет врага ногой. Вероятность 25%. Улучшить уклонение на 50% в течение одного хода. Вот так вот, ребята. Отлично. Так, помните, мы что-то с вами... Так, секунду. Сейчас вот здесь мы обменяем ДНК. И вот здесь тоже. А, у нас еще и у Криса даже есть. Ха, ладно, хорошо. Какой же мы с вами хотели выучить навык? Давайте посмотрим. Здесь же, да, вроде бы? Нет, не здесь. Какого-то нам навыка не хватало. Мы говорили, что если мы сможем с вами раскачать, это будет великолепно. У Рафика, что ли? Давай глянем у Рафика. Нет. Где же пульт? Мы с вами про пульт говорили. Что нам нужен пульт, и тогда у нас все будет хорошо. У Криса, что ли? Черт, ребят, представьте, из головы вылетело. Кого мы с вами хотели-то, ё-моё? Зека, что ли? Не могу вспомнить. Так, здесь, кстати, тоже, ребята, 8 пунктов. А можно, в принципе, даже вот этот вот прокачать, да? 8 пунктов всего лишь-то. Их можно понаходить. Но это я уже буду потом отдельно делать. Сейчас у нас другая немножко задача. Нам нужно... Так, секунду, что это у тебя тут, Донни? Что ты можешь выучить себе? Ага. Ну давай, конечно, повысим тебе. Раз такая возможность у нас есть, естественно, будем повышать. Так, и смотрим теперь, кто у нас ближайший здесь. Так, смотрите, острозуб, да? Ну, давайте его найдем. Тут у нас всего лишь 3 попытки. Ну, то есть, либо одна, либо 2 ДНКшки, это максимально. Про 3 я уже буду молчать. Так, 2 уже есть ДНК. Ну, так, 2 ДНК мы собрали. Хорошо. Двигаемся с вами дальше. Смотрим, кто у нас еще тут. Мутагеноид. Давайте его тоже найдем. Потому что у нас, как говорится, сыр есть, точнее пицца. Ее надо потратить, все равно она потом будет копиться у нас. А если мы ее не потратим, она копиться не будет, ребят. Вот, отлично, а так хотя бы ДНК находим. И опыт, хоть какой-никакой, но получаем. Так, дальше нам надо, наверное, вот смотрите, у нас тут Крип и Макман. Они практически нога в ногу идут, поэтому можно их маленечко тоже, как говорится, прапать, хотел сказать, поискать. Так, давай. Доска для серфинга. Ну, давай сюда вот. ДНК, срочно мне. Все, шикарно. Так, и остается у нас Макман. Да, Макмана тоже мы с вами сейчас попробуем найти. Хотя бы 2 ДНК. Одну уже нашли. Все, все, ребята. Пицца у нас закончилась. Соответственно, мы с вами тогда будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Ну а с вами был Рэй. Всем пока и удачи!